Раскроить детали, сметать, маховое колесо на себя и начать строчить. Схема простая. Машинки в мастерской Ульяновского колледжа отраслевых технологий и дизайна стучат без перерыва. Бойцы швейного фронта выполняют свое спецзадание – создать как можно больше толстовок для мобилизованных солдат. Конечно, хотелось бы, чтобы именно тепло моей души дошло до них и помогло им в трудную минуту и согрело их. Лекала прислали от российского движения детей и молодежи. В комплекте краткие рекомендации. Но лучше всего объясняют родные педагоги. Убежала строчка, не сошлись контрольные точки или не сел манжет. Ответ найдется на любой вопрос. Немножко выше у нас замочек, иначе будет не очень красиво вшитый. И мы измерили, все-таки надо шов поменьше, чтобы девочкам легче было втачивать, и он был красивый шов, чтобы не переделать потом. Ткань капризная, с утюгом на «вы». Зато хороша в носке, долго сохраняет тепло и приятное к телу. Эти, казалось бы, мелочи очень важны. В каждой толстовке есть своя изюминка, скрытая от глаз посторонних. Здесь мы сделали даже вот такой вот потайной карман. Здесь у нас, вот если открывается, да, то здесь у нас, мы можем вам показать, на липучечке потайной кармашек. Он виден просто с этой стороны, да, а внутри он у нас обработан вот таким образом. Кармашек расположен слева, у сердца, чтобы, к примеру, всегда носить с собой фотографию родных или талисман с родной земли. Идею предложили студенты. Трудятся девушки со второго по четвертый курсы. На пошив 20 толстовок, это количество первой партии ценного груза, у них не больше 14 дней. Мастерицы работают с опережением. Весь студенческий актив, весь студенческий коллектив поддержал именно эту акцию и с воодушевлением воспринял, что это долг каждого гражданина. Акция, о которой идет речь, «Мы вместе», сплотившись ради блага наших мужчин, уже присоединилась не одна сотня ульяновцев. В техникуме открыт пункт приема гуманитарной помощи. Люди несут все, чем богаты – медикаменты, продукты, мыльные принадлежности. Внести свой вклад может каждый, в чем сердце живет вера в российских солдат. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.